Дорогие друзья, уважаемые абитуриенты и их родители, мы с вами уже почти месяц находимся в ситуации эксперимента по проведению дистанционного обучения, и летом нам предстоит еще один эксперимент – это проведение приемной кампании в онлайн-режиме. В настоящее время обучение у нас проводится, можно сказать, что этот эксперимент является успешным. Я надеюсь, что и летом приемную кампанию мы с вами вместе также проведем успешно. И для нас, и для вас этот эксперимент является первым. Мы должны будем к нему очень серьезно подготовиться. На прошлой неделе вышли изменения к нормативным документам Министерства образования, которые регулируют порядок приема в вузы. И об этом мы вам расскажем 25 апреля, в субботу, на встрече абитуриентов, поступающих с руководством университета. Наш день открытых дверей проводится 5 дней. В течение первых дней, которые мы провели, мы, в общем-то, успешно завершили все вебинары, которые мы проводили с факультетами нашего университета. В течение первых 5 дней проводятся вебинары с руководителями программ и деканами факультетов. А в субботу будет проведена встреча с руководством финансового университета. В 10 утра будет презентация программ лондонского образовательного проекта и подготовки к экзаменам на проведение по английскому языку, международных квалификационных экзаменов по английскому языку. В 11 утра перед вами выступит ректор университета Искендаров Михаил Абдурахманович. Затем в 11:30 будет мое выступление о правилах приема в бакалавриат, где я расскажу о нововведениях, которые в связи с текущей ситуацией нас с вами ожидают. Объясню, как мы будем подавать документы, каков будет порядок подачи документов, порядок зачисления, порядок публикации списков и сдачи вступительных испытаний. Затем после доклада ответственного секретаря будет доклад о заместителя ответственного секретаря о приеме в магистратуру и о приеме в аспирантуру финансового университета. Ну и завершит наш субботний день, завершающий день дней открытых дверей с 13 часов. Это презентация лицея финансового университета. Сразу хочу вам сказать о том, что финансовый университет решил продлить сроки приема документов в лицей для поступления в 2020 году, поэтому у вас еще есть возможность поучаствовать в отборе наших лицеистов. Мы принимаем ребят 8, 9 и 10 класс. Все мы с вами сегодня находимся в очень непростой ситуации, но я уверена, что все вместе мы справимся. Смотрите наше видео, оставляйте свои комментарии и вопросы под видео, мы вам обязательно ответим на эти вопросы. И удачи нам всем летом в приемной кампании 2020 года.